Альфа-кластер, не то. Документы спецназа, я нашел их. Боже мой, я помню, что они здесь были. Вот так и жабу можно сделать. А, это игрок был, ёб твою. Всем привет, дорогие друзья мои, подруги. С вами, как всегда, Алекс. И сегодня мы отправимся в Кощей, потому что у нас вот такие вот квесты ДМЗ. Разоблачение спецназа, значит, надо записку найти. В Альфа-кластер. Туда надо, по-моему, аккумулятор и провода. Точно не скажу, не помню уже. И вообще, войдите в Кощей, убейте 5 противников в Кощей. А также тест-драйв, посетите точки интереса 8 на тактическом автомобиле «Амфибия». Естественно, это вондел у нас, да, надо будет покататься. Но и записки потом надо оставить возле университета в мусорном баке, тоже в вондале. То есть отправляемся на Альмазар, идем в Кощей, ищем эти записки русского спецназа. И идем потом, соответственно, на вондел, положим их и попробуем посетить 8 тактических точек интереса на автомобиле «Жаба». Ну чё ж, добро боже, а чё это у меня тут за оружие такое? Невероятное. Где мы начали? Ага, я могу в оазис пойти, да? Надо только ребризер найти. Да кому он нужен? Набор неотложной помощи. Это очень хорошо. Да ёлы-палы. Вот разработчики, да, то ребризер в каждой этой херне. Ну, все, еще на заправке смотрю тогда. Вот здесь смотрю. И если что, беру машину и выезжаю на другую точку. Ребризер. Да, давай вместо этого. Пропуск цитадели нам не надо. Так, все. Ребризер есть. Еще один ребризер. Ёлы-палы. Все в одном месте, понимаешь? Все ребризеры в одном месте. Ёб твою мать. Это ткань какая-то. Это хорошо. Значит, тут вроде никого нет. Вообще, надо было 2 ребризера взять. Ладно. Отправляюсь. Там, если что, аккумулятор найду. И всякую херню. Эти провода. Что-нибудь понахожу уже там. На месте Кощея. Здесь у меня как будто бы игроки. Вот. А, нет, это боты. Вот здесь как будто бы игроки есть. Вот это особо, как будто бы очень игрок. Похоже прям. Похоже на игрока. Эти стоят, а этот идет. Своему товарищу. Так, я пришел. Почему-то патронов почти нету у меня. Это как? Это почему? Это почему 60 и 20? И где все делось? Важные документы. Блин, важные документы не помню я. Вынес их, не вынес их. Просто документы. Так, ящик. Что здесь в ящик? Я ж брал просто патрики. Опа. Здесь дышать можно? Здесь дышать можно. Ключи, интересно, здесь есть? Или нету? О, чуть-чуть патриков есть. Так, ты не этот, только не этот. Чувак, только не... Пожалуйста. Я отсюда очень редко заходил. Поэтому прям... Ядерное топливо. А ядерное топливо мне как раз надо тоже по квесту. Блин, и на что его менять-то? Ладно, будем знать. Просто ядерное топливо лежит. Секретные документы. Так, это хорошо. Вот, ящик еще один есть. Можно этот. Выдержанное вино. Ну, все как я люблю. Но только это сейчас мне не надо. Так,
что здесь у нас? Плашечки тоже, да? Вот плашечки улетают. Все, вот и ящик надо. Опять ноутбук Элькаталы, но не надо мне пока. Так, войдите в Кощей комплекс. О, у меня еще один бот остался. Задание выполнено. Задание выполнено. Теперь осталось... А что осталось? Осталось записку найти еще. Но это этот надо, аккумулятор будет, и войти туда. Но они там в каморке есть. А что это бесшумная граната? А, это отвлекающая. Нихера себе, кто-то ходит даже, прикинь. С отвлекающим. Ну хорошо, хоть один квест сделал. Да понял, понял. Я ж посмотрел в ту сторону, тебя не было. Какие-то они не бронированные, кстати. Смотри, как шпарит, да? Через стены, через все. Я его даже не видел. Да, ошибочка, надо было очечи взять. Ноутбук Элькаталы, опять-таки, не надо мне он. Я не собираюсь. О, очечи нашли. Вот, осталось провода найти и аккумулятор. Обычно они здесь всегда есть. Еще ноутбук Элькаталы, дневник исследователя. О! Большой рюкзак нашел, нормально. Шприц-пистолет я, пожалуй, тоже возьму. К вам идет подкрепление противника. Ботов сколько? Не, надо было провода и аккумулятор с собой брать. Проще было бы, наверное. Возможно, та дверь уже открыта, я даже не знаю. Надо пойти проверить, посмотреть. Так, короче, я нашел, и мне надо туда вверх. Здесь боты, наверное, да? Походу, да, мне надо туда напротив, она уже открыта была, прикинь. Ой, пушка, забыл, ошибка. Где монтаж? Да я ж демонтировал уже. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Ёб твою налево, я демонтировал эту срань. Я по боту стреляю, оно по текстуре стреляет. О. Там еще одна, что ли, была. Так, вот здесь обычно и есть те самые документы. Либо чуть дальше. Я не помню, где я их видел. Ну, где-то в этой стороне, либо в той стороне. Короче, пошли, надо найти их. Тут дверь с паролем надо угадывать. Это я угадывал. Где-то здесь лежали, получается, они. Где? О, отсюда видно хоть все. Вот. Записки в офисе. Нет, это не то. Альфа-кластер, не то.
Документы спецназа, я нашел их. Боже мой, я помню, что они здесь были. Эвакуировать теперь надо. А, L2, ключа у меня нет. Боты, идите нахер, я сюда и пытался залезть. А тут зайти можно, вот. Теперь мне надо по краю. Аккуратно. Выбираться отсюда. Бля, извини. Оу, там приехали. Ребята, приехали. Короче, я прям сюда, наверное, и пойду. Я нашел, наконец-то, записки. Вот что значит, долго в Кощее не был. Так, подожди, не потеряться бы. Здесь, вот. А чё? Ну ничего, что пластин уже нет, конечно. И сама реанимация нету, но... Чё сделаешь? Думаете, я так попаду? Попаду. Да дайте до лифта добраться, блядь. Будьте людьми, людьми, вы. Боты вонючие. Почему вас тут так много всегда? Вызови лифт. Начинает. Да я понял, что распространяет. Лифт быстрее мне. Жизни восполни, говно. Бля, над последний саморез или еще пистолет есть? Я кинул уже так. Пошли нахер. Все, закрывай двери. Закрывай двери. Я не хочу идти. Пошел нахер, мой лифт. Мой лифт, говорю тебе. Бля, закрой дверь, пожалуйста, я саморезусь. Закрой, это жесть просто, эти боты. Это жесть, и я вынес документ спецназа, все. Все, я эвакуировался русского спецназа, но это жесть. Здесь просто жесть в соло. Так, отлично. Отлично, теперь осталось только на Вондал сходить. И, получается, два квеста сделаю. Офигеть, просто офигеть. Я не хочу в корпус этот идти, так. Так, вот, доставьте документы, теперь понял. У меня все саморезы кончились. Итак, добро пожаловать. Разведку, это все понятно. Все понятно, мне что надо? Ой, университет, мне вот сюда надо. Очень быстро надо уйти отсюда, постараться. И желательно выжить. Вот, очень быстро уйти с этого респа. Очень быстро. Очень быстро, блин, не стреляя, ребят. Здесь везде резаются челики, очень быстро уходить. Не стреляя. Вот туда, 400 метров. 400 метров я смогу. Мне надо главное положить, потом все, делайте что хотите. Можно погибать, умирать. Чего угодно делать. Можно и под водой, в принципе, попробовать. Оцепляйте периметр, мы принимаем сигнал. Какой сигнал? Ребята, вы меня не видели? Если что, меня здесь не было. Бля. Не, говорят, видели. Игрок рядом с вами просит помощи. И это плохо. Что рядом с нами просит помощи. Это очень плохо, что просит помощи. Мне пробраться сюда. Пробуем. Наверху, ёб твою налево.
Возле вышки прям. Боты, машина стоит. Мне нужна заправка. Не видел ты меня. Ёлы-палы, я смог, я успел. Здесь везде противники были. Так, где-то здесь требовалась кому-то помощь. Реально, на крыше. Ну, здесь боты ходят. Здесь уже открыто, да? И здесь боты. А где подъем этот сраный? Я не вижу его. Где-то тут подъем был. Я не хочу шуметь, не хочу ботов убивать, понимаешь? Но, наверное, придется. Вот. Нихера не видно ее. Что-то никого не вижу сейчас. Давай сделаем, посмотрим. Нам на жабе еще покататься надо, кстати. Нихера никого не видно. Нихера никого не видно. Тут было прям здесь была помощь нужна, ладно. Нихера себе, это ракета была. ЗРК есть и здесь. Так, я здесь сидеть не буду возле вышки, это идиотизм. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Ультра-1, разведка засекла цель. Пошел я, иду, да. Вот так и жабу можно сделать. Боже, сколько тебе надо? Чучело ты. Опа. Да, сейчас так и сделаем. Если боты не убьют... Блять, дайте ящик взять. Вы чё вообще охерели, блять? Ты охерел? Здесь еще игроки есть. Блять, я чё броню выкинул? Вот говно собачье, а? А, это игрок был, ёб твою. Да, блядь, ёб твою, дайте мне уйти отсюда нахер, а? Все, медпомощь не надо уже. Так где ты, ёб твою налево? Я свой броник просрал. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Где выход? А мои вышли уже или что? Нет, там лежит. Пошли, ну его нахер, бля.
Кто сигнализацию включил? Блять. Ёб твою налево. Выходы находятся по обе стороны состава. Так, еще резнуть надо вот тут челика. Я не знаю, тут враг, не враг. Кто убил тебя? Да вызывай выход, я сюда схожу. Они тут ходили, наверное, пока их не пристрелили. 100%. Я должен, бля, всех спасать постоянно. Не отключайся. А, присесть я не могу. Ты выход активировал, синий! AlexHealthscape.com. Ты активировал? Нет. Я броньки сейчас куплю себе, хотя бы пластинок. Тут магазин есть. А где выход этот у меня? Где я купил выход? Личную эвакуацию купил, ни хера не вижу. Эвакуация одобрена. Ультра один, это Дина 4. Мы в воздухе, летим за вами. Летите, да, давай туда. Сюда топайте, а. Боже, какие ребята со мной играют. Какие спортсмены. По-любому. Так, по-любому, плашечек набрал я так. Это оружейка, это саморез. Поставь, пожалуйста. Опа, надо всем на вертолет, чтобы 5 секунд было. Жабу сделал, все сделал. Блин, на жабе покатаюсь потом. Просто она так подвернулась, интересно, понимаешь? Она так интересно подвернулась. Сюда, быстрее, синие. 5 секунд дадут сейчас. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Все, Вондал, до свидания. До свидания, Вондал. До свидания, до свидания. Ящик у меня, все. Кого-то спас. Еще этот Сандра Про спас. Развеселились, ящик сделали, понимаешь? Ящик сделали, они веселятся, как всегда. Сколько раз на поезде сделал, в Кащее сделал, они всегда веселятся, когда ящик с нами, понимаете? Итак, значит, что мы разоблачение спецназа сделали? Зачистка Кащея сделали. Оружейный ящик сделали, не знаю, нахрена мы его делали. Но, тем не менее, нам надо посетить точки интереса на жабе, короче, покататься. Но не так, как я катался, да, в прошлый раз. По-нормальному покататься. Ты скажешь, а что ты свою броню не взял? Там, может, череп был еще с жабы, какой-то саморез. Ребята, вы видели, сколько там ботов было? У меня нет времени брать и бегать туда менять. Оно берется, все очень плохо в этой игре. Вот, подбираются какие-то патроны, непонятные патроны, абсолютно непонятные патроны подбираются. Но то, что тебе надо, никогда не подбирается. Никогда не подбирается то, что тебе надо. Поэтому мы идем кататься на жабе, да. Идем вот так вот, можно откисать уже вообще. Просто чисто порофлить идем. Просто порофлить идем на Вондал, прокатиться на жабе на всех точках интереса. Но это тоже довольно нелегко тест-драйв выполнить этот. Добро пожаловать в DMZ. Добро пожаловать. Так, блин, а что это за оружие у меня второе? Я так... А, где жаба? Где жаба? Давайте покатаемся на жабе. А что-то я не вижу здесь жабы. Она обычно возле заправок где-то. Но, увы, вот ближайшая жаба. Хера себе просто. Че, серьезно? Серьезно, это ближайшая от меня жаба. Вот там вот аж. Блин, это что-то с чем. Да подожди ты, я на катер сяду. Ёб твою налево. Ну. Жабу забрать? Не забрали. Чё у тебя, доктор Трап?
Коля, понял, что. Там игроки были, да? Да иди ты нахер со своим авиаударом. Еще и вызвать эвакуационный вертолет, мам. Хера себе, блядь. Дайте до жабы дойти, а? Я не вижу, куда стреляю в этом тумане. Где моя жабка? Ёб твою налево. Как вы через стены стреляете? Я не вижу вообще. Ты видишь что-то? Ладно, идем на жабу. Я не вижу. Ты что, гонишь? Это моя жаба. Он забрал мою жабу. Так, вот, одну точку интереса посетил. Теперь поехали. Поехали. По всей карте поехали. Я потом башню. А у меня брони нету. Понял, ты неплохо сделал, чувак. Нашей жабе жопа? Мне кажется, или... Я не хочу с рандомами, я не знаю. Я не хочу, все, я выхожу из этой катки. Я не хочу с рандомами играть. Так, ну чё ж, надеюсь, жаба будет рядом. Не за 3-9 земель, управлять буду я. Аккуратненько поуправляю. Очень аккуратненько. Так, где жаба? Есть жаба? Бля, далеко жаба. Я для себя пометил. Жабку. Сразу бросаю Сентекс. Вот так. Вот так. Сразу Сентекс. Мне 8 точек, непонятно. Всю карту объехать надо. И по центру тоже. Опа. Жаба моя уехала. Противник движется. Машина противника отмечена. Спасибо за жабу. ППЛА начал патрулирование. Спасибо за жабу. Жаба мне пригодится. Отмечаю контракт. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Вот она, жаба. Кстати, я скин поменял на жабе. Не знаю, почему он не меняется. Может, чувак взял? У меня такой голубенький, знаешь, когда жабу за это... Захват данных. Да не, я по краю карты поеду, наверное. Это ж точка интереса. О, точка интереса. Так, чтобы не сильно видно меня было. Так, одна есть. Ой-ой-ой, тут подальше. Убейте агентов противника взрывчаткой, кто-то делает. Нормально. Так, и на заправку куда-то надо. Так, точка интереса. Где-то было тут заправка. О. Поремонтировать ее, что ли? Точка интереса. Сколько у меня осталось точек интереса? Ой, дохера еще, короче. Всю карту надо на жабе проехать. Ну, как я и говорил, я не стремлюсь этот квест сделать чисто так, порофлить под конец, потому что ребята просили, Алекс, сделай нам одолжение. Безумные катки. Ремонты. Куда ты поехал? Ремонты до заправка. Да, это надо. Я уже без брони, то есть это надо по-хорошему броню найти. Очень по-хорошему. А потом уже и кататься на жабе. Ой-ой-ой, я что-то с управлением сделал. О, жаба другая входит в Вондел. Тоже хорошо. Но я по краю все-таки поеду. Еще точка интереса. Плохо, что за одну высадку, получается, надо сделать, да?
за одну высадку. Вот, 4 точки интереса уже, прикинь. Так, а они темный протокол делают, а у меня здесь игрули есть. Игрули где-то здесь. Ну, я думаю, проедем их, так и быть. Под ихним БПЛА аккуратненько. Здесь ботиночки. Мне просто покататься, мне выходить не надо, выжить и выйти не надо. Здесь у нас этот, как его, не Тарков получается же, да? То есть Таркове еще выйти и выжить надо обязательно. Так, 7 из 8. Это я... О, тест-драйв! Задание завершено. Как я и говорил, шел соло, теперь можно просто откисать, просто что хочешь делать, понимаешь? Все, все 3 задания намеченных сделали. Ну как, я сделал, наверное, почти в соло, я бы сказал. Там кто-то бегает. Ну, здесь игроки были по-любому. Вот, теперь можно к своим идти, помочь им. Либо откиснуть, ну, уже как повезет. Везде БПЛА посмотреть, да? Почему жаба у меня некрасивая, а? Это он, наверное, сел просто, и она стала такой. У меня тоже такой скин был на жабу. Но он подогнал четко, да? Я думал, опять бежать надо будет. Подогнал прям вообще красава. Сейчас я ребятам жабу подгоню. Они где-то тут недалеко. Так, все, я же задание выполнил. 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 Они где-то здесь лазят. В принципе, они, по-моему, с точки респа не выходили. Вот, здесь наша вышечка БПЛА есть. Смотри, здесь все как культурно, понимаешь? О, поверни. Понял. Понял. Жаба та еще. Так, ну что, теперь можно посмотреть противников. А противники, вот они здесь. Совсем недалеко. Или далеко? На магазине. На магазине есть, брони нету. На магазе двоечка. Наверху где-то. Один тут. Два тут. Внутри получается. Или на крыше. Блин, это мой рандом откис. Ультра один, прием хороший. Держите периметр до окончания передачи. Ультра один, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Так, это, то есть пошел. Блин, патроны кончились. У него сколько саморезов было, интересно. А, их двое здесь, понял. Итак, ну что ж, ребята, порофлили мы знатно, конечно. Но тем не менее, я считаю, в соло, наверное, все-таки Кощей сделал я, да, и документы, ну и тест-драйв получился тоже как бы в соло, хотя и команда была, но... Команда куда-то распределилась в другой отряд, в третий, в четвертый, в пятый отряд. В общем, все сделали. И у нас даже 2 жетончика теперь есть. Теперь мы можем водный мотоцикл взять и вот это вот оружие. И на 95% завершив боевой пропуск текущего 4-го сезона. Остался один сектор как бы и... Да и все, в принципе. И вот этот сектор скоро появится, секретный. Обязательно зайду сюда, посмотрю, что там в этом секретном секторе. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Не забывай про свои лайки, комментарии. Все читаю, все смотрю.